Мне говорят, что гуглят после того, как я пою. Игорь Кольдин. И вот в тему, может быть, тоже куда-нибудь. Мальчик хотел купить коня. Мальчик копил на него мечты. Этим мальчиком мог быть я, мог быть и ты, мог быть и ты. Вот привели ему коня, вот и сказали: плати твой. Видишь, на нем сверкает броня. Можешь идти в бой, можешь идти в бой, можешь идти в бой. Мальчик сказал: не мой конь, он без больших помрет вой. Чуть заглядишься на волка, сбросит конь седока. Вот привели другого коня, этот, как лист октября, тих. Если замрёт, то на полдня сядь и слагай стих. И мальчик сказал: не мой конь, он с чужих рук берет корм. Путь указывает ему кнут, стерпит, когда пнут. Вот привели коней табун. Ну, глупый мальчик, какой твой? И только пацан закусил губу, молча пошел домой. Там до утра он рисовал тайные тропы волшебных стран. Куда твой ушел конь? Знаешь, куда сам? Он и меня туда звал, видишь, следы его ног. Это чтоб я тебя знал, а рассказать не мог, как мальчик хотел купить коня. Мальчик копил на него мечты, и этим мальчиком мог быть я, мог быть и ты, мог быть и ты, мог.